Всем здравствуйте! И мы вновь в гостях у моей подруги. Теперь посмотрим коллекцию снеговичков, которые она сама вяжет. Вот такие миленькие снеговички. Это один из коллекции. Связан из пряжи кристалл. Вот. Разновидность сочетания цветов, шапочки с помпончиками и на ручках тоже помпончики. В руке у каждого талисманчик. И сочетание цветов, сочетание пряжи у всех снеговичков тоже абсолютно разные. Следующий вот с Дедом Морозом. И можно вот как, если год лошади, то в ручку снеговичку давать игрушку, пришивать в честь какого года. Следующий такой яркий снеговичок. Носик. Следующий снеговичок — это как бы нянька. Такой вот снеговичок. В нем больше всего цветов. И сейчас для него две малышки. Вот по размеру, смотрите, они еще меньше, чем этот снеговичок. И теперь рассмотрим малышей поближе. Вот такие малыши с сосками. Мальчик и девочка. Парочка связаны. Они по отдельности оба. Миловидные игрушки. И вот такой еще. Такая коллекция связана своими руками. Спасибо всем за внимание. До новой встречи!